Всем привет, друзья! Сегодня меняем фильтр топливный Renault Duster, двигатель 2.0. Так, сначала вы заходите сюда, в зад салона, поднимаете сиденье и отключаете вот эту фишку с бензонасоса. Она отключается путем поддевания вот этого флажка, вот он, каким-нибудь вот таким предметом. Я это сделал с помощью надфиля. Теперь идем. Вот наш фильтр, который стоит. Теперь заводим машину, ждем, пока она заглохнет, чтобы весь бензин выработался с системы. У меня все произошло быстро. Машина только завелась, сразу заглохла. Видимо, не держит обратный клапан. Сейчас теперь откручиваем вот этот болт, потом снимаем вот эти фишки. Ставим новый вот такой фильтр. Ну вот, я поменял. Конечно же, я сломал вот эту вот зелененькую фишечку, вот здесь целая, с этой стороны сломал, но притянул вот так с помощью хомута пластмассового. Дальше закручиваем, ставим фишку на место. Ну и все на этом. Не забываем поставить тросы в свои места. Все, всем спасибо за внимание, удачи, пока.